Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Куцаева Дарья, и я преподаватель по акварельной живописи и скетчингу проекта «Художник онлайн». Я рада представить вам новый курс по акварельному скетчингу PRO. Здесь мы с вами будем практиковаться, делать очень быстрые, живые, динамичные рисунки акварелью. Я вам расскажу, какие разные есть приемы, фишечки и техники для того, чтобы сделать достаточно быструю акварельную живую работу. В этом курсе мы с вами, конечно же, поработаем над архитектурным скетчингом и выполним несколько заданий с разной стилистикой, стилизацией. То есть мы с вами где-то поработаем линером, где-то поработаем всего лишь тремя цветами, а где-то выполним работу по-мокрому, смочив полностью лист. Мы с вами разберем различное освещение, как ночное, так и дневное. И мы, конечно же, уделим несколько уроков таким важным деталям, которые мы иногда не замечаем, проходя мимо. Как, например, дверная ручка, либо скутер, стоящий рядом со старой дверью. Также мы с вами напишем женщину с огромным количеством цветов на велосипеде и сделаем эту работу очень живой, акварельной и динамичной. Мы целый блок посвятим анималистике и выполним целых 3 скетча животных по-мокрому, но немножечко с разной стилизацией. И, конечно же, мы не оставим без внимания фуд-скетчинг и выполним акварелью очень аппетитный десерт. И также мы с вами поработаем в скетчбуке и выполним морской пейзаж в очень интересной технике. Я вам покажу мой личный скетчбук, расскажу, какими приемами в композиции я пользуюсь в нем, и мы попрактикуемся и выполним там одно задание. В одной из работ мы с вами затронем тему цветов и выполним очень быстрый скетч и нарисуем поле маков в технике по-мокрому. Мы с вами будем изучать и практиковаться в различном наброске, наброске по сухому, по мокрому, где-то чистой водой. Посмотрим, какие краски бывают, как можно применять краску с грануляцией. Поработаем линером и другими дополнительными материалами. Курс получился очень объемным, интересным, многозадачным и будет являться замечательным продолжением нашего первого курса по акварельному скетчингу. Друзья, а я желаю вам творческих успехов и увидимся на курсе.